Физкультурно-оздоровительный комплекс в поселке Славянка стал местом притяжения для местных жителей и точкой проведения соревнований по различным видам спорта. Как уточнили в местной администрации, в здании действует детский оздоровительно-образовательный центр Хасанского округа, где занимаются более 400 школьников, и детская школа искусств. Ее посещают более 300 ребят. Также особое внимание уделяется секциям для взрослых. Это большой объект, 7000 квадратных метров. Мы очень переживали, что Славянка с ее численностью населения в 12 тысяч человек, но боялись, что такое помещение не будет востребовано. Сегодня мы видим, что это очень востребовано, и здесь были приняты правильные управленческие решения, поскольку это не только спортивный объект, это культурно-спортивный объект, здесь и музыкальная школа, и школа детского творчества, и мы здесь видим разные возрастные категории. Вот малыши, тут, наверное, 3-4 года 5, школьников очень много. Ну и опять же, там на площадках мы видели уже старшее поколение, то есть всем находится место, и это, конечно же, очень здорово. В текущем году здесь планируется провести краевые соревнования по джиу-джитсу, дартсу, настольному теннису, бадминтону и самбо. Учреждения возвели в рамках плана социального развития центров экономического роста Приморья, входящих в состав Дальневосточного округа. Диана Иванова, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.